Считанные дни остаются до начала Гоголь-феста. Организатор масштабного фестиваля Влад Троицкий обещает грандиозное шоу. Среди 200 событий – музыкальный перформанс от самого Троицкого. Это сочетание театра, цирка, оперы, театра кукол и медиа-арта. В проекте прозвучат новые песни группы Duck Daughters. Лаунж-зону откроет арт-эко-квартал. Спецпроекты представят уличная еда и барахолка «Кураж-базар». Международным хедлайнером станет Вильнюсский городской театр Оскараса Коршуноваса. Тема Гоголь-феста в этом году – Вавилон. Почему Вавилон? Ну, казалось бы, архаичная такая штука, Ветхий Завет, неудачный проект, строили, но не достроили, все поссорились и разбежались. Можем ли мы сделать вызов и сказать, а мы сделаем хорошо? Не останемся в любви, в доверии друг к другу. И вот поэтому мы решили вот такое сделать арт-путешествие в апокалипсис, в эту зону разрушения.